Финансовые потери россиян из-за досрочной смены фонда за три прошедших года составили 82 миллиарда рублей. Повысить осведомленность граждан об условиях досрочного перехода в другую финансовую организацию призван новый закон. Согласно документу, гражданин сможет подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений двумя способами – через портал госуслуг, либо лично в территориальном органе пенсионного фонда. До того, как заявление будет передано в новый негосударственный пенсионный фонд, застрахованного должны уведомить о последствиях такого перехода, в том числе о сумме потерь инвестиционного дохода, если переход досрочный, то есть совершен чаще, чем раз в 5 лет. Как пишет информационное агентство ТАСС, сейчас для перевода пенсионных накоплений гражданину достаточно подать заявление новому страховщику.